Так, ну что, давайте 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так а зачем запись видео, если у тебя на ютубе еще останется? Заткнись, блядь. 3, 2, 1, поехали. Киберспорт. Косты покикайте. Дал, ничего не застанилось. Это норма. Кайч. Одного за руту он умер. Да успокойся, что ли, с рутами этими уже все. Гоу-гоу-гоу-гоу. Поехали. Также подождем с бесами. Ну. Сангок там фридом оставишь, я скажу, когда дать. Поехали. А, бля. Ждем. Может, поведешь сразу их, слышь? Ждем. Мы время просто теряем, в чем дело. Хорошо, го. Их мы будем убивать. Фридом. Со мной беги, сейчас меня хилить будешь. 5, 4. Ебать. Хиль, блять, вэр. Стандал. Че, никто не умер, все, все живые. Ревендера, клива мур. Но это ебучие кливеры, вы почему их не фокусите-то? Сори, фокушу. При этом мне нужно свечиться еще на косты сбивать. Понятно. За всем не могу одновременно уследить. Ну шо ж ты так? Так, ревен... Мапа сделал бы. Можете начинать бить без меня перед боссом, пойдем. Поехали. У нас какая-то хуйня происходит. Стандал. Типа кайчу. Сейчас я их вниз выведу. Кики. Кик сверху дать. Все, пизда, пока. Бам на. Я одному дал, второму нет. Слышите, скажи мне, блять, пожалуйста, а нахуя ты дал кик в милишного моба? В смысле милишный? Я дал бы этого в кастера. Я стоял рядом с этим ёбаным мобом, и ты даешь в этого же моба кик. На нем было... Я защиту заметил. Там два мудака кастовал, одному я сбил, второму анрил. Ладно, сейчас съем, пофиг. Идем спокойно уже. Тогда. Ну надо вот мы закроем все равно. Да я... Как и хотели. Не, просто... Да не, просто сейчас красиво шли бы на 16. Ой, на 3 бы закрыли бы, а так ладно, давайте потихоньку. Если мы до этого тренажку каземат на 2 закрыли. Да нет, если бы мы сейчас быстро шли, мы бы успели бы, на самом деле. Поехали. Минутный, сука, кик, блядь, дает в милишного нахуй моба. Я в ахуе. Это что? Нахуй ты опять столб дал? Сифуз. Ёбаные сифузники, блядь. Стаки? Короче, я пулю. Го. Примешь. Угу. Зато благодаря этому вайпу у меня бурс откатился. Это да. Не, пятнашки некоторые можно крыть натри, но, допустим, логово мы закрыли натри сегодня.
И утроба, ну, нормальный, кос. Типа. Ну да. Если скинуть ДХ-шкой утробу. Да и кос тоже. 3-2-1, поехали. Юру. Ебать меня напрокало. Смотри, что нахуй творю с ДПСом своим. Варс настоим или нет? Да. Это понятно, почему такой буст. Отведу я чуть-чуть. Берегитесь. Угу, а чё меня так пробило? Непонятно. Драганич, ты можешь микрофон свой пофиксить? Он у тебя трещит, как, блять, рация моего деда в 41-м. Да? Сейчас да? починим. Давай. Я, кстати, умираю. Ой, ты сейчас сдохнешь. Да? Куда ты водишь его слейте, сука? И сам, блядь, еще... Ёбаный, блядь, кайтер ебучий. Я не кайтер. Встаем, я бежим. Не ты охуенный мисклихер. Короче, я по правой стороне приведу. Давай. Так мы все идем по правой. Вы по левой идете. Да я... В прошлый раз пошли по левой, в этот ли почему-то по правой. Ну, думаю, да, я скажу, в этот раз по... Пизду просто. Потому что некротик. Да мне пофиг, некротик, не некротик. Перед Стиндрой все равны. Не, нихуя. Плюс тех, которые... Плюс, смотри, одну сторону лично я собираю. Спасибо, Дипсовет. Смотри, одну сторону собираю. БР, готовьте. А я некротики инста скидываю все свои. БР, готовь. БР, зачем мне готовить БР? БР, БР, БР. Есть, нет? Не могу. Стою, бегу. Что за бред? Я... Мне что, бинки работают? Я нажимал на тебя БР, что за хуйня? Может, за стеной как-то умер, я хуй. Проецирование текстуры, я под бабой был. Бред. Я на тебя нажимал БР, вообще, даже... Я уже бегу, слейте. Слейте, живи. Все, я забрал. Что там по лифту? Убежал только что. Поднимается. Сейчас на лифт прыгнем. Похаваем. Бля, 11 смертей. Мы, конечно, киберспортсмены. Способностям своим не проебитесь, только 3, 2, 1, го. Сейчас все будет красивее. Ну давай, давай. А чё, босс не сдох? Только он красивый будет. А мне, короче, дупло раздолбано на телефоне. Лего дупло? Нет, дупло на телефоне поломано. И теперь не заряжается. Mm-hmm. Может, к ним он пойдет? На этих за стенку. На демонов. Ну, на демонов. Отлично. Короче, на... Вообще-то безлики, но да хуй с ним. Ну, это охеренно. Стоим. 3, 2, 1, го. Ливера убить.
Все, отлично. Сову таргет убьем. Как хил передамаживает сову и ДК. Ну, типа это Сангок. И он и на самом деле на бурсте не передамажит даже. Ну да. Типа сейчас он бурстанул, да, я допустим не бурстанул, конечно, передамажит. А потом... Сори. А если мы одновременно бурстанем, то, естественно, он не передамажит. Так, попытаюсь... Ближнего потянешь? Да, попытаюсь. Отлично, подвожу. Ебать, вайда в мили. Ну, типа, аккуратненько тут стоим. Чё хочешь? Найс кидает. Кстати, смотри, ты его притянул, и он вообще ничего не кастует. Алло, мам, ты куда ушел? Он, блядь, к бате своему пошел, посмотри. Чё? Он развернулся и ушел, этот моб. Что за хуйня? Киберспортивный моб, блядь. Сказал, ну пацаны, мне тут неинтересно, я пошел. Я, говорит, пошел дальше играть, кастовать. А я думаю, выживу. Screw you guys, I'm going home, или как там? Картон, говоря. Ну, если что, обычный рез уже зайдите. Да, обычный рез. Рисаю, сынков, кушай. Оно ему надо? У него фулл мана. Да почему тут мана, просто кушай. У него есть бахиды. Он на лифте поел. Сангок, дашь джипсы? Я за пулю, если чё. Джипсы, джипсы, Сангок. Джипсы. Угу. Починимся после мобов. Макс, ты не умираешь, ты тактически сбрасываешь стаки. Ну так-то да, кстати, это верно. Там дал кайч. Вот ты перетаунтил. А как я должен подойти, блять, к мобу, если за мной бежит собака, у которой столько хп? Ривендер. Ты кого собакой назвал? Да я говорю, да нет. Ну ладно. Ладно. Макс, жив и жив, молодец, погнали. Ну да, типа. Фаст, пока РП есть. Но вы, блядь, такие ситуации классные делаете, которые я не знаю просто, как их реализовывать. 3, 2, 1, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Это только я бежал. Ты классный. Ну, смотри, мобильный класс. Мог бы босс подвести. Не, это слишком сложно. Это не для меня. Не для игроков, пожалуйста. Не. Вот отводить, например, от Тринки или от Кристалла это можно, а вот приводить нет. Это да. Это Ривендер, ты уже за грани что-то бросишь. Что-то вы все поймали. Я нет. Ну, Ривендер там уже кажется. Да я поймал много чего. Да, первый развернуть. Все развернули. Бля, вот и сейчас я поймал, да. А, ну нифига себе там. Кто бернит? Дамагайте его, пока по нему плюс дамаг. Ну-ка. Все, уже нету. Сейчас нормально. Ура. Ты что там, изоленты перехерачил, что ли, себе? Да, синий причем. До этого была черная. Мне кажется, в этом проблема. Ну, черная, знаешь, черная на наушнике очень хорошо работает. Вот у меня черная. Нет. Да. Не. Я ненавижу, сука, этого босса. Я полбоя бегал, блядь, под звездопадом пытался прокачать. Распадал, я следующий кидал. Сука, и весь ДПС просто в говно. Еще это ебаная руна, которая на 20 метров нужно от босса отойти. Казимат это босс для мили. Ну, это инст для мили. Просто, блядь, она летит,
Босс, блядь, юзает фокусировку и улетает в Нарнию. Она взрывается, блядь, и так, блядь, пока ты, сука. В Нарнию. Это хорошее сравнение, да. А потом, блядь, сова не дамажит. И нахуй. Я поем. Она в Нарнии. Да. Все горит легко проходишь, при этом прям топ. Да, в основном я, конечно. Легко. Да. 3-2-1, поехали. Че, с пула возьмете? Да? Конечно. Ну, а есть герой, блядь. Давай, герой. Дал. Типа вы его прям зергами хотите, ну. С собой без легендарки на макше, ебанем, зерганем нахуй. Ты морозишь сегодня. А, экстанул, да? 20 секунд ломкости. Блядь, я сиду сейчас сорву. Ой, серьезно. Ой, все. Ой, фу, нахуй. Удаляй нахуй ДК. Я сейчас реально... Это такой не фарт сейчас был. Я типа жду, что сейчас должно быть вот-вот, типа, откинуться. Типа, вот-вот сейчас должно откинуться. Такой, все, уже готов. И типа... И нажимаю синдру, меня откидывает, и мне нечем продлить ее, и все. Такой, блядь... Ой, фу. Как ты, блядь, вообще рейдишь такой? Не знаю. Ого. Я напишу труперу, скажу, что, блядь, ты Синдру не можешь даже удержать в казематах. Он тебя сразу кикнет, блядь. Ух, я чуть не улетел, хорошо. Ну, как ты думаешь, если речь идет про Синдрагосу, если он, ну, пользуется ей, то в каком он спеке? Наверное, в Бладе. Мне тоже так кажется. А что, типа, нужно просто для Синдры ебануть? Что там, плюс чатик, если там за Блада Синдру пускаешь и так далее, да? Кто последний, тот яйцо. Ревендер, ты яйцо, перманентно. А у меня есть хитрый план. Сейчас посмотрим, кто из нас яйцо. Сука, он через моба побежал, ёбаный дурак, блядь. Он меня сейчас убьет, и я резнусь быстро, короче. Так. Ты ебанутый, он меня портнул нахуй! Мы все в комбате, блядь. Че, серьезно? Да. Бля. Я не в комбате, дохните. Все по плану, короче. Приколисты. Ну все по тактике. Откуда мне было знать, что он загрится на вас тоже? Идем на плюс 3, слышишь? 3-2-1, поехали. Я, говорит, ревендер. Я на плюс 3 пройдем. Я, говорит, плюс 3 хочу. Плюс 3. Ну я ж не знал, что ну, типа плюс 2 идем, можешь попробовать. Новый. Ну ладно. Ревендер, ты яйцо ебаное, помни об этом. Ну я-то последним все-таки не был, так что нихуя не яйцо. Ты яйцо. Че, в 20-х казематах так же будем делать? Да. Ну не, на самом деле, типа, по идее это должно быть. Садимся, кушаем. Типа, я один убираю. Ну, при условии тогда, что мы все идем в инвизи, скорее всего. Ну, что-то типа того. Шесть минут, но должны успеть. Я Ривендер, идем на 3. Угу. Ты глаз взял уже? Я с него взял. А, вы вдвоем тут? Не знаю. Пусть будет. Нормально. Мне просто сказано, мне просто после первого трэша, первого вайпа уже на 3 не идем, так что можно немножко поулыбаться. Да, типа. Ну, зато план сработал, как бы. Не последний. Все, это главное было. Глаз скиньте на землю. Патруль, быстрее, 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 быстрее. 3, 2, 1.
Прыгаем. Го. Ну и че, где Синдра? Здорово, пацаны. А ну заебись. Идите вы в попу, блять, я только фулл мун прокачал. Иди нахуй. Заебал уже, блять. Фулл мун, фулл мун, мун, фулл мун. Ты уходишь, блять, вечно. Пол хп, вот ты уходишь эту луну. Блять, теперь возвращаешь обратно. Отделись. Да он откидывает меня. Танчи этого моба. У меня есть чарджер? Не, это сказка. Чарджер есть такой мишка. Пока. Куда пока? Блять. Ворот идем сразу. Да, гос, ведем все это. Только адекватно своди, а не как обычно. Ну вот, пожалуйста, адекватно свел. Да я, блядь, рофлю уже успокоюсь. Команда. Аутизм, адекватность. Выбирайте, что хотите. Как там, почерпнуть нужное? Там я не могу раскаять. Ну беги, а Сангок, беги. Там сзади животное на нас смотрит. Ну так бьем его. Подбегайте сюда, убьем здесь. Я, короче, а, блин, там сейчас свет спадет, но пока не зателепортируется. Быстрее добежать, убить и забить. Нет. А как мы будем бесхилачить этого моба, кстати, аннигилировать? Да легко. Он, ну ок. Он, на него ну да, я хилился. Ну просто на риме дали стаки, а ты хилился, пока стака или на уже нету стаков. Все. 3 минуты на босса. 3, 2. Да подожди ты, сука! Тебе въебать, что ли? Чисто пол хп на мосту бегу, а поехали пулить. Погнали. 3, 2, 1, го. Яйцо, блядь. Право, левое. Можешь заметить, быстро яйцо. На диком западе. Кинжал, аккуратно. Иди быстрее, пока Синдра есть. Повредит скорлупу. Кинжал. Я зарекал. Потихоньку веду. До аватара. Ой, блядь, все. Убили мне всю тактику. Плохой инст, плохое прохождение. Давайте это вырежем. Давайте завтра. А, поехали. Синдра. Ломаем, да? Просто так. Да. Прожму ледяной стол, получу гибель. Хорошо играю. Поехали. Ты что, проценты, блядь, не видишь, что ли? Просто в морали, понимаешь? Бля, надо было Синдру дать в отмещение. А чё, пацаны, как бежать будете? Пока. Хорошо. Куда пока? Мы с Ревиндером тактические эти... Нам не нужен свет. Мастурбаторы. Что, блядь? За себя говори. Тактические. Мастурбаторы. Ну. Блядь, не представляете это даже. Ну, ну, есть киберпанк, типа, чувак с механической рукой мастурбирует, вот, кибермастурбатор. Все логично. Неплохо. Я бы хотел себе такой приобрести. Это же ограниченная серия, верно? Да, и не устает рука, можешь сколько угодно. Школьники, блять, только об этом и говорят. Ну о чем еще говорить? Ну о политике? Ну почти школьник. Ну да, кстати, о политике запрещено. Ламзан Трампутыров. Чисто по приколу, 5 лет не школьник, не, я буду школьником дальше лучше. У Вара уже была ачива. Ну-ка, а мне интересно, что ему за ключ прокнул? Ой, а прикольные шмотки падают, кстати. Такие себе. Бля, вот я патипон уже взял бы, но у меня кусок тогда сломается, блин. Так обидка, короче. Чё по ключу? Сейчас я попрошу его, линк в ключ. Мне аж даже самому интересно, что упало. Лого у него... Ну, удачи. Всех благ, счастья, здоровья.